в этом удивительном городе все настолько пронизано духом Гагарина, что такая бытует здесь поговорка, что дети, рождающиеся в этом городе, первым словом называют не маму, а Гагарина. Сейчас буквально несколько слов о наших новых моделях, которые мы разрабатываем к дню, к юбилею полета Юрия Гагарина. Эта коллекция у нас называется «Вечный союз». Коллекция отражает глубину космоса, и я думаю, что будет очень достойно смотреться на наших женщинах. Все модели в этих коллекциях привязаны к основной тематике, к дню, к юбилею со дня полета Юрия Гагарина. И эта коллекция создается именно с точки зрения подчеркнуть и обновить воспоминания об этом выдающемся событии. Поэтому мы решили, наши дизайнеры решили назвать эти модели именами космических кораблей. Сразу скажу, что мы добавили свои более лирические эпитеты каждой коллекции, и поэтому в честь корабля «Союз» мы назвали эту коллекцию «Вечный Союз». Давайте посмотрим следующую. Подойдите сюда и посмотрите на эту изысканную коллекцию. Поскольку Гагарин летал, свой первый полет осуществил на корабле «Восток», именно поэтому мы назвали эту коллекцию «Загадочный Восток» и поставили ее в центр всей экспозиции. Коллекция сделана из очень комфортных материалов. Здесь используется микрофибра с добавлением натурального волокна бамбук. Следующую коллекцию мы сейчас покажем. Она сделана из полотна бамбук, названа в честь корабля «Мир». Назвали мы ее «Блистательный мир».